Чичичи, кто же это такие? Одна из легенд о происхождении чихуахуа утверждает, что их предки отлично лазили по деревьям, как маленькие обезьянки. И ведь на самом деле у чихуахуа и сейчас изогнутые удлиненные коготки на хорошо развитых пальцах передних лап. А кто же эти предки? Уже в 5 веке нашей эры на территории современной Мексики обитала маленькая длинношерстная собачка с мощным костяком и тонкими длинными пальчиками, которая называлась Чичичи. Она была частью культуры древнего индейского племени тальтеков, перейдя к ним от еще более древних племен. Считается, что именно Чичичи были предками современного чихуахуа. Ходят легенды, что Чичичи сидели на плечах у индейцев и по указанию хозяина взбирались на деревья и сбрасывали плоды, как маленькие обезьянки. А иногда их сажали на дерево, чтобы они наблюдали свысока за окружающей обстановкой. И в случае тревоги, заметив чужого человека или хищника, Чичичи подавали знак хозяину, оповещая его о надвигающейся опасности. Когда ацтеки завоевали тальтеков, собаки продолжали быть символом счастья и благосостояния. Чичичи считалась редкой собакой. Ей обладали только правители, жрецы и знать. В 1519 году земли индейцев были завоеваны испанцами. За этот период сведения о миниатюрных чичичи почти не сохранились, но именно тогда было сделано первое описание породы. Испанские завоеватели начали использовать мясо бывших священных животных в пищу, что чуть не привело к полному исчезновению породы. Многие собаки сбежали и скрылись в джунглях. Там чичичи быстро одичали, вынужденные спасаться от человека, ставшего им угрозой. Это противостояние длилось более 300 лет. Лишь хорошо развитые фаланги пальцев, при помощи которых чичичи могли лазить по деревьям, помогли выжить крошечным собачкам. Изображения чичичи были найдены на стенах монастыря, построенного в 1500 году нашей эры. В этих резных фигурках можно найти изображения этих собак как в полный рост, так и их головы. Рисунки, изображающие чичичи, также были обнаружены в древнем городе индейцев Чичен-Итса на полуострове Юкатан. В этих изображениях очень легко узнать современную собаку породы чихуахуа. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.